Две недели до Нового года, а праздничная атмосфера витает в городе с конца ноября. В торговых центрах, магазинах и на улицах появилась новогодняя инсталляция. Люди вовсю скупают игрушки, гирлянды и мишуру. До полного ощущения праздника не хватало лишь елочных базаров с живыми деревьями. И вот с 15 декабря Мозырский опытный лесхоз приглашает жителей района на первый в городе елочный базар. На территории Мозырского опытного лесхоза, интернациональная 168, магазин «Забота», можно приобрести новогодние деревья, это ель и сосна. Также можно приобрести новогоднее дерево в катке. Стоимость новогоднего дерева до метра, цена 7,50, от метра до 2 9,90, ну и соответственно от 2 до 3 13,50. Стоимость новогоднего дерева в катке 27 рублей. Ухаживать за новогодним деревом в катке, которое было приобретено, труда не составляет, то есть почаще его периодически поливать. В Мозырском опытном лесхозе рассказывают, чаще всего покупают деревья от метра до двух. Конечно, ель пользуется большим спросом, однако наши широты для еловых насаждений не совсем пригодны, поэтому их в ассортименте не так много. Тут, как говорится, кто успел. Неплохой альтернативой может стать сосна, которая осыпается медленнее и обладает более сильным хвойным ароматом. В любом случае, вечно зелеными новогодними деревьями работники лесхоза граждан точно обеспечат. 20 декабря на территории Мозырского района будут организованы усиленные посты по охране леса. А вскоре живые деревья от Мозырского опытного лесхоза можно будет приобрести у рынков «Привоз» и «Славянский». Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».